Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я покажу, как можно сделать вот такие симпатичные веточки вербы. Самый простой и быстрый способ. У меня веточки с белыми и серыми котиками. Нам понадобятся ватные палочки. Для веточек с серыми котиками нужно каждую палочку разрезать пополам. Я взяла краску гуашь черного цвета. И вот в крышечке развела краску с водой. Получился такой сероватый цвет. Будем опускать палочки. Пока сохнут заготовочки, сделаем вербу с белыми котиками. Для этого разрезаем ватную палочку не пополам, а вот таким вот образом. От гофрированной бумаги я отрезала полоску шириной 1 сантиметр. Далее взяла тонкую проволоку, длина ее 20 сантиметров. Приступаем к сборке. Сначала насаживаем заготовку на верхушку проволоки. Приклеиваем ее на клей ПВА. Затем бумагой обвертываем проволоку, прикладываем следующую заготовочку и прикручиваем снова бумагой. И так далее. Можно почаще прикладывать заготовочки, можно пореже. Кому как нравится. И вот так по кругу прикручиваем. Заготовочки подсохли и получились вот такого серого цвета. Теперь отрезаем лишнее. Точно так же собираем веточку с серыми котиками.
Вот такие веточки вербы у меня получились.